Привет, друзья! Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусный мясной хлеб, лепешку. Приготовление быстрое, несложное. Результат вас порадует. Весь рецепт я напишу подробно под видео и для начинки, и для теста. В миске соединяем айран, учитываем, что в нем тоже есть соль. Добавляем сахар, дрожжи, перемешиваем до растворения. Вливаем кефир или простоквашу, подбиваем яйцо, смешиваем. И частями добавляем просеянную муку. Замешиваем мягкое, эластичное тесто. В конце замеса я всегда добавляю немножечко растительного масла, обминаю и даю тесту подойти, увеличиться в 2-3 раза. Готовим начинку. Мясо я перекрутила, добавляю специи, соль по вкусу, натертый на крупной терке репчатый лук и мелко порезанную зелень. Все смешали, и начинка готова. Тесто подошло, достаем его из миски, слегка подпыляем мукой, так как оно липкое. И обминаем. Делим на две части. Одну часть я отправляю назад в миску под крышку, а одну раскатаю в большой пласт. Кусочками раскладываю фарш. Сворачиваю рулетом. Заверну улиткой, перенесу на пекарскую бумагу, распределю руками, смазываю взбитым яйцом. Один хлебушек я посыпала черным кунжутом, другой белым. Переносим на противень, даем подойти минут 15, чтобы тесто еще раз подошло, и отправляем в духовку. При температуре 180 градусов хлебушек у меня был готов через 40 минут. Даем немножечко остыть. Хлебушек получается мягкий, воздушный и уже с начинкой. Можно сказать, что в принципе это пирог. Попробуйте, приготовите вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!